Нас учили, что родной мир человеческой расы Земля, но это не так. Ты знаешь, что произойдет, когда люди узнают правду? Сомневаюсь, что большинство хочет знать правду. Я хочу. Ваша планета была заселена компанией Абрасах Индастрис около 100 тысяч лет назад. Это одна из самых могущественных династий во Вселенной. Есть три главных наследника, старший Балем. Он владеет этой планетой и хочет тебя убить. Говорю же вам, я никто. Вы королева. Что насчет девчонки? Еще жива. Приведи ее ко мне. Те же гены вновь появляются в том же порядке. Вы это называете реинкарнацией. Жизнь вашего величества скоро изменится. Но я останусь прежней. Сейчас Балем владеет правом на землю, но скоро земля будет принадлежать вам. Я соберу урожай с этой планеты завтра, до того, как позволю забрать ее. Ты когда-нибудь видела жатву? Нет, но я слышала, они не чувствуют боли. Убей ее! Надо было сразу сказать, для чего ты ее ищешь. Лежит мне. Больше нет. Ваше Величество, у меня больше общего с собаками, чем с вами. Я люблю собак, даже очень. Поехали!